Удачное время для удачной сделки. На растущем рынке приватизирован почти 20-процентный пакет акций компании «Роснефть». Президент страны Владимир Путин отметил, что время для проведения сделки было выбрано удачное. Уже в ближайшее время в бюджет страны поступят сотни миллиардов рублей. Причем, несмотря ни на какие санкции, свои средства в российскую экономику вложили иностранцы. Акции «Роснефти» выставили на продажу месяц назад. Коммерческие переговоры были проведены более чем с 30 компаниями, фондами, профессиональными инвесторами, финансовыми институтами стран Европы, Америки, Ближнего Востока, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате 5-летний контракт на поставку нефти подписан со швейцарской «Глинкор». И все это происходит на фоне растущих цен на черное золото. Это отражается и на стоимости самой компании. Так что в этом смысле время очень удачное. Да, и общий объем сделки значительный – 10,5 миллиардов евро вместе с компанией «Башнефть», которую вы приобрели совсем недавно, это 17,5 миллиардов долларов. Приход новых инвесторов будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании. Соответственно, в конечном итоге будет приводить и к росту капитализации. При этом контрольный пакет самой компании остается в руках российского государства в 50 с лишним процентов. В целом это очень хороший результат. «Роснефть» уже несколько месяцев удерживает звание самой дорогой компании России. Только по скромным подсчетам, контрольный пакет акций государства в результате этой сделки подорожает еще на 80 миллиардов. Деньги инвесторов должны поступить в казну уже в середине декабря. Сделка является не просто портфельной инвестицией, а является стратегической и имеет дополнительные элементы, такие как заключение долгосрочного поставочного контракта с «Глинкором», согласование позиций на рынках в результате этой работы, а также создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом как на территории Российской Федерации, так и по международным проектам. Эта сделка принесла и первые плоды. Рубль на фоне продажи акций «Роснефти» уже укрепился почти на 1% по отношению к доллару. Растут в цене и акции «Глинкор».